Здравствуйте! Весь этот год мы рассказывали вам об особенностях этнического состава населения Казахстана. Тематическая направленность была самой разнообразной. Здесь, конечно, театральные традиции уйгуров и корейцев, музыкальные традиции татарской культуры и, конечно же, основы ремесленнического мастерства русских. Но какой бы ни была тематическая направленность, безусловно, за каждой из них стоит человеческая судьба. Вот с этой позиции мы сегодня решили вам рассказать о наиболее наших ярких героях, чья судьба в той или иной степени несла лепту многообразия нашей многонациональной страны. Сейчас сложно четко прочертить этнические границы, каждая область уникальна по своему составу. Наш калейдоскоп открывает Восточно-Казахстанская область. Сегодня здесь насчитывается более 1500 евреев. Жизнь еврейской общины города Усть-Каменогорск имеет 20-летнюю историю. Героем нашей программы стала семья Кенцис. Глава семьи Александр Кенцис более четверти века проработал в Усть-Каменогорском титано-магниевом заводе. Будучи инженером по специальности, в душе он оставался непоколебимым романтиком. Он много рисовал, участвовал в выставках, писал стихи и знал более 10 языков. У него было очень много увлечений, вот, начиная с живописи, графики, то есть он очень любил рисовать. Он это все освоил сам, уже тоже будучи как бы не молодым человеком. И все это у него получалось, очень много картин осталось и живописных, и графических. А потом он увлекался, например, и прозой, то есть это что касается работы в газете, корреспондентские какие-то таланты у него были. И он очень много писал стихов, ну то есть как бы тоже человек, который, ну, он не мог не писать. Семья Кенцис интернациональная, супруга Александра по национальности русская, но за долгие годы супружества она давно стала еврейкой. Кстати говоря, знакомство с еврейской общиной дало возможность нам понять, что значит чувствовать себя евреем. Еврейство передается по материнской линии, поэтому бабушка у нас русская, и получается так, что да и в советское время у всех писалось русский. Ну а потом, с другой стороны, еврейство – это как бы ощущение себя. Это не слово в паспорте или там удостоверение. Это вот просто человек, если чувствует себя евреем, это есть. А если нет, то… Евреи вообще очень деликатно относятся к вопросам национальной принадлежности. У них много отличительных черт. Свое летоисчисление, кошерная еда, но при этом у них нет так такового национального костюма. Трепетность у них вызывает сохранение домашнего уюта и воспитание общих интересов. Говоря об интернациональных семьях, здесь, в Усть-Каменогорске, мы познакомились с еще одной семьей – семьей Жанпиисовых. Вы не ослышались, семья эта казахская, а хозяйка дома – белорусская. Галина Анатольевна родилась и выросла в родной Белоруссии. Связывать свою судьбу с другой братской страной у юной Галины и помыслов не было. Я родилась в Белоруссии, в Гродненской области. Училась в школе. Однажды ехала в автобусе, и со мной ехал солдат срочной службы. Он обратил на меня внимание. И с тех пор мы вместе. В 68 году мы приехали сюда с маленьким сыном Маратом. Поженились в Белоруссии. Несмотря на смежность культур казахской и белорусской, в их семье есть особая, понятная романтика и любовь. Белорусы и казахи очень родственные души, действительно. Мы такие же добродушные, гостеприимные, порядочные, внимательные. Вот я хочу сказать, что когда я только приехала из Белоруссии, для меня все было ново. Я не знала ничего о Казахстане. Я несколько слов знала. Пшак, калак, нан. Все, вот эти три слова он мне рассказал. А, еще бака, вот специфический звук. Я вот с этим багажом я приехала. И каждый раз, когда меня там куда-то приглашали, я удивлялась вот этому гостеприимству. Тургэ шыгымдар, тургэ. Даже в Келин, я же все-таки казахская, меня туда прям тургэ.
сажали, всегда такую кость подавали. Для меня это было вообще ново. Ну, белорусы тоже гостеприимны. Только приезжаешь, вот мама, например, как с моим мужем обращалась, ой, зять приехал, все на стол, колбасы, окорок, блины, драники, картошка с этим, со шкварками. Она очень богатый стол накрывала. И куда бы мы ни приехали, нас всегда так встречали и в Беларуси. Единство душ у нас действительно. Мы единый народ. Сегодня Галина Анатольевна признается, что всегда чувствовала себя своей. Своим примером она доказывает, что родина там, где семья и любовь. Украинцы – это четвертая этническая группа Казахстана. Первые украинцы на казахской земле считаются участники подавленного в 1768 году Гайдамацкого движения. Но массовая эмиграция украинцев на казахскую землю была обусловлена крупным промышленным строительством и, конечно же, освоением целинных и залежных земель. Собственно, село Новоишимское Северо-Казахстанской области так и называется землей целинников. В летописи каждой страны есть события, имеющие эпохальный характер. Для Казахстана таким событием стало освоение целинных земель. История целины славная, яркая, как и судьба людей, ее творивших. Среди посланцев с Украины, которые до конца 1950-х годов здесь уже ныне в Северо-Казахстанской области организовали 54 совхоза, была и наша героиня Мария Медведева. Здесь, в Казахстане, юная Маша встретила радушие местного населения и обрела теплоту собственного домашнего очага. Сразу приехали, стали нас на квартиры это расформовать, кто куда. Ну, нашли, там у нас один был комендант Султанов. Он, я для вас квартиру уже подсмотрел, мы с сестрой были. И поставили нас на квартиру, как раз туда, где судьба моя была. В апреле мы приехали, и в июле уже свадьбу сыграли. Мне сразу к нему поставили сельщицей, на сейлку, на тракторе, я на сейлке. Потом мы пахали и посменно, и днем, и ночью пахали на тракторе. Потом летом уже это на комбайне поставили. Он был комбайнером, а я штурвальным, ну, как помощник. Вместе они уже без малого 55 лет. За это время место работы менялось не раз, а семья оставалась главным атрибутом счастья. Ну, как живется? Хорошо живется. Дети здесь, с нами рядом. Часто приходят к нам, да почти все время. Я частушек много знаю, и хороших, и плохих. Хорошо тому послушать, кто не знает никаких. Героиня нашей программы Баба Франя никого не оставила равнодушным. Мы снимали репортаж о ней с особым трепетом и заботой. Хотя в свои 90 она ни от кого не просит помощи. Все, как говорится, сама. Скромный и уютный мир Бабы Франи состоит в заботе о здоровье, любви к родным и близким и, конечно, увлечении. Некогда старые свитера она перевязала в половики, которые сохраняют тепло в избе и быт украшают. Из обычной проволоки она мастерит различные поделки, но больше всего любит вышивать. Ее вышивку украшает скатерть, наволочки и все предметы быта, в которых применима вышивка. Вот и нас она одарила салфетками и теплыми носками. Волка, нитки, еще пяльцы. Вот и моя работа. Вот вышивка, башня крючком. Старые кофты распускала, которые вы не носите, уже выбросили. А я их распускала, и вот дивитесь, что навязала. С якого времени, года уже, наверное, около 20, я и в Германию вышивала. И в почву, куда моя работа только нема. Везде моя работа. Учителей судьбе у Бабы Франи было немало. Время, любовь и сама жизнь. В горе жизнь научила. Жизнь научила все делать. Хочешь – научишься, не хочешь – будешь лентяйкой.
Вчерашние страшные 30-е годы прошлого столетия, пришедшие на годы юности бабы Франи, и сегодня тревожит ее сердце. Но главное, сегодняшние будни вселяют бабе Франи покой. С высоты своего возраста она радуется каждому новому дню, который встречает ее с миром. Здесь у нас все рядом, в принципе. Вот у нас управление спорта, красное здание. Там, Муратан. Здесь бассейн, университет. Владимир Эрман – мастер спорта международного класса по плаванию, член национальной сборной Казахстана среди инвалидов, обладатель золотой и бронзовой медали на Всемирных играх в Голландии. С первого взгляда на него понимаешь, что решимость и воли этому человеку не занимать. Его победы – это дань уважения родным и близким, которые поддержали его в самые трудные моменты в жизни. Получил травму, случилось так в жизни, что был на рабочем месте, скажем, подрабатывал. Студенческая жизнь, она как бы непростая такая, надо всегда не хватает денег где-то как-то, всегда нужно на что-то. Приходилось подрабатывать, работал в охране, вот так, ну, получилось такой момент, что пьяные посетители, скажем, пока успокаивал одного, другой сзади ножом ударил, получается, и попал в позвоночник. Володя Эрман – этнический немец. Родился и вырос он в городе Аркалык Костанайской области. С самого детства он был увлечен спортом. Играл в футбол, занимался боксом, а потом уже кикбоксингом. Владимир показывал результаты и занимал призовые места. Инвалидность не сломила этого волевого человека. Наоборот, научила смотреть на жизнь со светлой перспективой. Сегодня мечта Владимира – это Паралимпийские игры. Для него большая честь представлять родной Казахстан на мировых состязаниях. А для нас была честь познакомиться с ним. Сегодня десятки тысяч греков, проживающих в Греции и других странах, называют Казахстан своей второй родиной. Они с любовью и даже со слезами на глазах вспоминают города и села Казахстана. Кентау, Славянка, Луговое и Алматинский табаксовхоз. Кстати, именно здесь живут и трудятся сыновья Эллады. Я приглашаю вас в гости к греческой диаспоре. Алматинский табаксовхоз, поселок Панфилов, не просто точка на карте, а место со своей богатой историей. Он известен не только многим казахстанцам, о нем знают и помнят далеко за рубежом. Помнят, потому что именно здесь, еще со времен депортации, компактно проживают пантийские греки. Греки здесь живут подсобным хозяйством, трудятся на огородах. Они отличные земледельцы, известные табаководы и цветоводы. Побывав здесь, мы побывали в гостях не у одной семьи. Уклад жизни каждой из них заслуживает особого внимания. Пример тому – семья Каразелиди. Они потомственные цветоводы. На их участке растут 20 тысяч кустов роз. Более 30 лет занимаются, вообще мы занимаемся земледелием. У меня свекор был земледелец, он был бригадир табаководческой бригады, очень был всегда на хорошем счету. И вот это его земля. Он всегда нам говорил, что земля вас будет кормить, и она кормит нас. Землю надо любить. Если ты землю любить не будешь, ничего толку не будет от этого. И у нас, как бы, у нас в наших генах привита любовь к земле. Мы земледельцы. И если есть у нас кусок земли, это только ленивый человек не сможет прожить на этой земле. Семья Каразелиди нам наглядно проиллюстрировала, насколько важно сохранять семейные традиции. Во многом благодаря таким семьям в одном небольшом поселке, независимо от языковых, культурных и других различий, могут мирно и дружно проживать представители разных наций. Это наша соотечественница Торган Султанкызы. Мы рассказывали о ней в одной из наших программ. В тематическом направлении тогда мы затронули вопрос о казахской диаспоре в Турции. Стоит отметить, что она здесь одна из самых многочисленных. Торган приехала сюда в рамках программы обмена студентами. Сегодня она работает на казахском радио. Саламатсыз, Салепай. Сегодня 20 июня, пятница. В Анкаре время 16:30, в Астане 19:30. За 15 лет здесь, в Турции, Торган обрела не только любимую работу, а главное – семью, детей и друзей. Как признается Торган, она скучает по родному Казахстану, поскольку родные и близкие Торгана остались на исконной родине. И все же свою тоску она привязывает к общечеловеческим качествам. Главное, что здесь нет сожаления. Арине, мин келгеніме 22 жыл болды. Ол 22 жылда
Түркиядағы көп нәрсені үйрендім деп айта аламын сізге. Ол күнделікті тұрмыс қалай, отбасында қатынастар қалай болады, салт-дәстүрлері қандай, қандай ырымдары бар, әдет-ғұрыптары барлығын үйрендім. После поездки по Турции мы еще раз убедились, что развитие нации невозможно без развития пласта национальных меньшинств. Время программы ограничено. Нам бы, конечно, хотелось бы еще раз вспомнить о корейцах Кызылординской области или о курдах Алматинской области, или о том, с чего мы начинали проект «Нурлы Отау», о ярких представителях армянской диаспоры. Но тематическая направленность наших программ растет с географией нашей страны. Какова будет география следующих наших репортажей, безусловно, покажет только время.